Вопросы искренне учитесь задавать, не ради праздного пустого интереса. За книгами склоняйся, зря не мни кровать. Не бойся, голова дум твоих не треснет. Вопросы счастные, для пользы, для души. Ответ поможет ночь прогнать и темень. В странице зарывайся и паши. Гранит науки на упорство кремень. Чего не знал и мыкался приблудно, теперь откушаешь и в аппетит напиться. Другим поведа языком, как плугом, распахивай моря, не только рядом с пирсом. Нет выше знания, как знать о сотворившем, все видимое и то, что запредельно. Не бойся, на молитве не поедет крыша, и прибыль не замедлит от телицы стельной. Телесная в сокровищнице старой, казалось, будет гнить под путиной. Путиной. С душою телу не дружить на пару, и жизнь их несогласий покажется сверхдлинной. Как примирить рабыню с госпожой, не сбрасывая в яму прежде срока? В час уреченной смерть пройдет ножом, до времени разделится дорога. Святая Библия вопросы разрешила о промысле, о вечности раскрылась, в одежды облекла нездешнего пошива, благословила на полет орлиный. Конечно, главное, когда отходит пояс, отшествие мое и матушки земли, борьба последствия, затягиваю пояс, не прикословить, как закон велит. И мудрым прослывешь, решивший свой вопрос, спасение путь избравший добровольно, страдались на Голгофе любящий Христос, приемля муки, исцеляет болью. 23 октября 2005 года.